Здравия желаю, новобранцы, рядовые ветераны и маршалы. На связи штаб игрового спецназа, сменный связист Иван Создатель. И мы продолжаем заполнять журнал отчета по делу Лего Звездные войны 3. Войны клонов. В предыдущей серии мы прошли обучающую миссию пролог про арену Петронаки на Джанозисе. И у нас теперь и мы открыли дополнительно... Что-то он не достает. Подожди-ка. Нет, надо что-то не достает. Ладно. И мы открыли дополнительные... Ну, то есть открыли основной... Основную... Ну, режим сюжета. Сейчас давайте мы тут еще ящики сломаем дополнительно. И мы, кстати, купили там одного персонажа, адмирала Юларена. Давайте посмотрим. Так, вот у нас тут персонажи. Тут у нас основная карта. Вот Дженезианская арена. И у нас три компании. Про генерала Гривуса, графа Дуку и Асаж Вентрес. Я, когда познакомился с этой игрой через прохождение, смотрел, что летсплейщик был, начинался с Асаж Вентрес. И давайте мы начнем с миссии под названием «Тайный враг». Давайте начнем. Так, я тут музыку главное вырубил, да и я в целом эту выключил... звук в игре, потому что боялся, вдруг что не сработает, поэтому... Так, Асаж Вентрес, тайный враг. Так, там говорится про то, что Республика откликнулась на помощь Кристопсиса в обороне против армии сепаратистов. Так, и возглавляют оборону Оби-Ван Кеноби и Энакин Скайуокер. И, типа, никто не подозревает то, что войска Республики оказались в ловушке. Ну, то есть, намек на то, что сейчас начнется заварушка. Прямо с начала миссии. Признаться честно, знакомство с сериалом «Войны клонов», просмотр которого я закончил на шестом, как раз-таки, начале шестого сезона, у меня началось именно с этой самой игры. Я, конечно, ну не только с... Там вот тот пилот какой-то шансон слушает. Да и не только с этого сериала, а сериала, даже с сериала Тарковского. То есть он, я тоже смотрел там про серию, именно ту серию, где Асаж Вентрес там сражалась на... как бы на арене, чем привлекла к себе внимание графа Дуку и таким образом стала его ученицей. Потом она столкнулась с Энакином Скайуокером на какой-то планете, я там с джунглями, я не помню точно. Так, у нас тут секретка про... я кнопки перепутал, странно, там светилось А, H, а я нажал K, и все равно сработало. Так, сюда. Нажимаем. Так, открываем. Пока, так, быстро, быстро, быстро. Опускаем, живо, 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 живо. Давай, 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 есть. Так, пока дальше не будем проходить. Сейчас, подождите-ка. Можно туда метнуть. Давайте тут пофармим денежки. Я, кстати, еще в предыдущей серии вроде говорил, что есть тут секретные миссии. И если не будет такого конфуза, как у... с Индианой Джонсом, а именно то, что придется для... Если надо будет для... Это для этих миссий какие-то надо какие-то пройти дополнительные, типа там, например, как пройти все, собрать все секретки на уровнях, то если такого не будет, то я пройду с радостью, с большим удовольствием. Эти две миссии пройду и добавлю их в основную, как бы, в основную плейлист. Так. Вот мы открыли вход в соседний отсек. Блин, а нас там уже встречают.
Там уже одна, там вот тут проблема в том, что одна. Так, тут мы панель открыли, еще одну. Давайте тут поломаем все. Ай-яй-яй, мы не успели, не успел, я не успел. Так, 3 из 10. Так, орудие. А, да, я вспомнил, что тут надо. Так, там вот я вижу мини-кит, но нам до него не добраться, потому что нам нужен... Нам нужен... Так, давай, опускаем дверь быстро. Вот, кстати, прикольно, что именно в этой игре... Подожди-ка, да блин... Блин, мы не, я не успел. Подожди-ка, подожди. А, вот, мы все заблокируем он. Ага, заблокировали проход, и мы можем... Можем подниматься наверх. Ну все, все наверх. С нами Оби-Ван Кеноби и Командор Коуди. И вот, нам нужно уничтожать эти зенитные орудия. Сейчас, только может он бомбами. Должен. В смысле? Блин, ну значит будем искать сейчас. А, вот, блин. Энакин, иди сюда. Тут у тебя работа, для тебя работа есть. Я просто не знаю, где мы... Блин, тут дроидов теперь уже дофига. Вагоны, валы, малая тележка. Так, тут нужен нам охотник за головами, но это на свободное прохождение. Ауч, блин. Да блин. Так, минуточку. Ну, давайте искать выход. Тут, то есть искать тут возможность как-то, блин. Так, тут мы монеточки просто. А, ему. Так, ну странно, что они, кстати, сюда тут не пролезают. Странно, конечно. Так, ну ладно. Ауч! Вот нам надо сейчас... А, нам нужно собрать турель. Вот чего, я забыл. Давай, давай, собирай, 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 собирай. Я просто буду, как его, что-то я просто начинал смотреть летсплей по этой миссии, но я забыл тут же, что надо турель собрать, а не бомбами швыряться. Просто я когда, я же еще хотел сказать, что я как только вот начал записывать прохождение по Индиану Джонсу, я нашел эту игру и на... Так, закрыли. Так, ладно, садимся, давайте-ка уничтожаем. Ауч! Так, одна готова. Все. Она может, эта хрень, улад может садиться. Но нам нужна сейчас башка дроида, который тут командор, что ли. Не является. Так, надо быстрее успеть. Да, успеваем. Ауч. А, вот, подожди, вот башка. Ай! Не-не-не. Не попадете. Есть! Все. Отдаем честь. Так, оставляем наших парней. Правда, конечно, в сериале все было наоборот. Немножко, что все эвакуировались, а башку дроида на наличие информации проверяли именно командор Коути и командор Рекс. Странно, кстати, что нам Рекса тут не дали.
А его дадут только в начале, вроде бы в начале, а нет, в этой же компании, но только через миссию или две миссии, не помню точно. Так, у нас 4 пульта из 5, из 10. Так, ну да, тут у нас сейчас будет стычка с боссом, который, кстати, прошел. Да я в целом из этой игры прошел две миссии вот этой вот компании. Это я сделал в качестве проверки игры, потому что бывало такое, что вроде бы игра поначалу нормально работает, а потом где-то уже на второй, третьей миссии она уже начинает выпендриваться. Поэтому я вот так вот поступил. Так. Ну да, мы тут все зачистили. Давайте открывать. Так, давай. Так, первый готов. Так, у нас, кстати, до сих пор только одна жизнь. Ой. Странно, что не отрегенилось, ну да ладно. Так, половину мы собрали мозаики, теперь вторую. Признаться честно, я и нагибатор устали немножко точнее, нагибатор устал от летсплея Космоволков, а я устал смотреть, как на его мучения насчет этих Космоволков. Поэтому я решил, что буду, пожалуй, что пускай он отдохнет немного. Тем более он параллельно еще записывал Властелин колец противостояние. Ауч, больно! Сейчас, подожди, быстро, быстро. Ага, она вот, да, вот я про что говорил, что она отнимается. Так, меч, так, второй пошел. Вот опять она его отнимает. Ауч! Больно! Сейчас мы... Давайте тут мы это сломаем. Конечно, у меня одна ХП осталась. А, блин! Ну, спасибо, подруга. Выручила ты меня. Блин! Ну давай, 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 давай. И сюда. Вот она. Ай, блин, опять вид. Ну вот она опять отнимает, и сейчас... Ай-яй-яй-яй-яй. А, нет. Так, а вот теперь метаемся. То есть, как в... Так, вот тебе еще. То есть, это еще не конец боя был. Ну и хорошо. Так, вот она сюда. Вот тебе сюда, в репу. Ну и еще я тут подумал, чтобы мне особо не было скучно, да и нагибатору, чтобы не было особо скучно, что я, наверное, буду запущу параллельно летсплей второго Battlefront 2007 вроде бы или 5 года выпуска. Так, ага, она скрывается в библиотеке. Мы должны сейчас зарезать дверь, но это потом. Сейчас мы должны тут вот поломать объекты. Угу.
Просто я немножко не понимал, это библиотека, вот следующая локация будет, или это хранилище плитки, потому что и то похоже на то и то. Что книги очень похожи на обычную керамическую плитку, но при этом какого черта, на кой хрен там вот хранилище керамической плитки? Так, полки мы не снесем. Ну ладно. Так, мы тут все зачистили. Вроде бы все зачистили. Так, подожди, нет, не все. А мы, кстати, уже настоящего джедая почти собрали. Это хорошо. Подожди, это ломается? О, отлично. Режем. Вот, кстати, очень прикольная функция, которую потом перенесли в Звездные войны, в Лего Звездные войны, сага о Скайуокерах. Кстати, которую я тоже буду проходить. Я ее... Так. Я погоди, погоди, подруга, я пока тут. Да, Оби-Ван там, отвлеки ее. А я пока тут поломаю. Она там может меч пока вернуть, а я пока поломаю тут все. Не деньги. Блин. Ладно, давай хотя бы тебя тут немножко. Ауч! Вот мы настоящего джедая собрали. Так, тут нам полки для ситхи должны нужны. Ай-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо. Так, 7 из 10. У нас тут камера на Сашу вечно переключается. Ауч! Ау! Все, беги отсюда. А мы пока тут сами займемся. Подожди, куда это? А это мы должны в нее были метать, что ли? Много не вкуриваю. Но тут кнопки вот эти вот, это для каких-то машинок, которые мы должны найти в режиме свободного прохождения. Либо здесь, вот за полками, либо на предыдущем подуровне, не знаю. Не помню. Так, она тут медитирует, но я в курсе, что это ловушка. И тут ничего нельзя. Ну вот, я о чем говорил. Первый поход пошел. Так, и давай третью. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Вот хорошо, что она не дамажит, когда вметает в нас вот в режиме подобного. Это вообще был бы полный, блин. Была полная каторга геморрой. Блин, забываешь, что это у нас джедай, и тут доступен большой двойной прыжок. Нетушки. Чё ты там ржешь? Ну, а, блин, у нас тут босс-файт небольшой. Ну, точнее, большой уже. Ау! Ай-яй-яй-яй-яй! Тихо-тихо-тихо! Так, пушку снесли ему одну, а тут нужно повторить несколько раз. Метаем. Ну все, осталась еще одна пушка. Ау!
Блин, да что ж такое-то? Давай, 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 давай. Метай, метай, метай. Есть. Ай, блин, меня убили. Ну да ладно. Ау. Вот он топает. Ау. А теперь полезли, 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 полезли. Быстро, быстро. Хорошо, что тут нажимать ничего не надо. Что, типа просто подошел, активировал, и персонаж сам полезет. Ау! Ну все, сейчас он второй ногой будет топать. А, мы тут можно... А! А, подожди-ка, давай, полезли. Лезем, лезем, давай, давай, давай. Ну все, сейчас мы его отправим в полет. А вот, мы запрыгнули. Все, полетели. Так, а что там я забыл? Тут тоже какая-то секретка. А, вот, подожди. А подожди, а, супердроидов надо уничтожать? Ну давайте тогда уничтожим. Секретка не помешает. Ау! А блин! Так, осталось еще два. Дайте нам двух. Ау! Меня застрелили, но ничего страшного. Все, мини-набор. Ау! Сейчас, давай, давай. Так, минус один. Ау! А, хочешь, чтобы подраться? Ай-яй-яй-яй! Ага, вот она перепрыгнула на другую сторону, а мы... Она нас отталкивает, отлично. Ай-яй-яй, тихо-тихо. А, вот сюда. Давай-давай. Да блин, подожди, я кнопки перепутал. Ага, вот она обратно на ногу перепрыгивает. Перепрыгиваю обратно к тебе, подруга. А, нормально все, нормально. А вот, кстати, не знаю, откуда Оби-Ван знаком с Асаж Вентресс. Потому что вот именно в этом эпизоде... Она говорит, как будто бы они старые знакомые. Хотя первым, как я помню, с Асаж познакомился именно Энакин. Судя по сериалу Тарковского. Ну, не знаю. Ну, посмотрим. Ну, не знаю. Пускай это будет, останется на совести у разработчиков. Так, у нас тут Командор Коуди и обычный клон-трупер. Ну, клон-штурмовик. Доступен... Так, ну, настоящего джедая мы собрали, и только один мини-набор. Или два. Нет, один. Один. Или... Фу! Ладно, посмотрим. Так, монеточки почти 200 тысяч мы собрали. Это еще с учетом того, что сколько я набрал при прохождении арены Петронаки и... А, только один. То есть мы там... А, мы все пульты не уничтожили. Там 10 штук надо уничтожить. Я, блин, меньше там 10 уничтожил. Ладно. Так... Надеюсь, нас сейчас выкинет обратно на Винатор, чтобы... А, да, мы, чтобы могли... Ну, чтобы я там мог посмотреть, кого мы можем купить, и могли завершить. А, кстати, у нас тут появился доступ в ангар. То есть мы набрали нужное количество этих золотых кирпичей. Что-то как-то грубовато немного прозвучало, типа золотые кирпичи. Давайте тут немного поорудуем. Так, ничего кого купить нельзя? Блин, вот облом. Так, ну давайте что ли... Так, давайте сейчас мы тут на мостике побуяним и спустимся, посмотрим, что там нам доступно.
мостике тут толком нечего уже теперь делать. Ну, потому что я уже все сделал. Так, это тут нам нужен коротышка какой-нибудь. А, вот, кстати, наверное, Йода подойдет. Хотя нет, вряд ли. Это для этого подойдет один наемник, который откроется в дополнительном уровне про захват заложников. Так, подожди-ка. Что это у нас тут? Ага. А, тут нам нужен клон. Блин. Так, нам тут... Так, оттуда нам нет туда пути. Подожди. А, Падма вот есть. Ну-ка. Полезай наверх, посмотри, что там у нас есть такого. А, тут у нас лифт. Ну, подожди, тут что у нас тут есть? А, тут у нас блок красный. А, нет, тут 10 тысяч, блин, это капец. Назад. Ну, тогда что? Посмотрим, что там на той стороне, что ли? Блин, что за хрень? Подожди, раскачиваться можно? Ну, думаю, вроде как можно. Сейчас, давай, и... А, то есть нет. Тут у нас ничего такого сделать мы не можем. Да, тут нам нужна взрывчатка. Так, стоп. А, подожди, у нас клоны есть. Хотя там в следующем... А, все равно, блин, тут нам нужен... А, блин. Клон, иди-ка сюда. Блин. А, ну да, нам следующему... Ай, как сказать-то? На следующем уровне, в следующей миссии нам будет доступен клон с гранатометом. И... Так, подожди-ка, что тут у нас? Или подожди. А, нет, вот это вот, наоборот, точнее, толкаем сюда. А, ради 10 тысяч сюда можно слезть. Ну, слазить. Так, тут... А, 4 из 6 золотых блоков. То есть нам пока блоков еще недостаточно. Так, а тут у нас никуда нет дороги. Там у нас точно нет дороги. Так что давайте... А тут... А, тут можем мы куда-то с... Давайте тут поломаем. Давайте тут тоже вон. Так, у нас тут пока двери доступны. Так, у нас тут камеры заключения. Посмотрим, что-то тут. То есть, ну, я понимаю, что я задерживаю летсплей, но... Так. Ага, тут нам нужен ситх. Тут нам протокольный. Тут нам наемник нужен. Блин. Ну, это все для... Блин, для свободного прохождения, ну, по сути. Так, у нас тут еще одна... Так, ну давайте посмотрим, куда это нас приведет. Вроде бы в ангар должно привести. Да, в ангар. Но у нас пока из-за кораблей ничего недоступно. Хотя, может, доступно. Сейчас посмотрим, дайте посмотреть-то, блин. Так, мы тут должны собрать бонусный корабль. А, тут у нас вот этот фургончик с мороженым. А, да, тут... А, это ангар для наземного транспорта, в основном, да? Для такого шуточного. Ну, ладно. Так, а тут у нас чего? А, тут нам джедай нужен. Сейчас дайте-ка посмотрим. Так, что это он тут делает? А, это мусор, это вытряхиватель мусора. Так, подожди. Так, теперь этот давай. Надеюсь, нам что-нибудь дадут. В обмен. Ну, наверное, какой-нибудь красный блок еще один.
пока персонажи у нас недоступны. Блин, ну вот это обидно, конечно. Так, давай отталкиваем этот мусорный бак. Теперь этот давай. И на этом мы будем завершать серию. То есть мне... Ну да, красный блок. Что это? А, ускорялка. Ой, блин, ну пока у нас нету таких бюджетов. Давайте тогда возвращаться в этот... На мостик и... Будем там за... с вами прощаться. А, нет, это не мостик. А, тут еще один секретный уровень. Блин, я, похоже, заблудился. Ладно, сейчас давайте посмотрим. Тут мы должны... Вот мне жутко не терпится попасть на фрегат сепаратистов, потому что... А, вот еще блок. А, тут вот это еще одна секретка. Ну, да ладно. Так, а что это тут у нас? Тут у нас вроде бы связано с турелью. А, уничтожать мусор? А, или мины? А, тут мы можем деньги пофармить. Похоже на это. Мы тут еще можем в стервятников пострелять. Прикольно, прикольно. Давай, давай. Правда, этот мусор очень похож на мины. Ну, давай. Хотя есть такая проблема у данных игр, что тут... Давай, 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 давай. Давай! Я тебе что-то вот этот мусор, блин, не ломается. Ну да ладно. Еще деньги. А, не, он ломается. Просто что-то... Только просто бластер не долетает. Или... Подожди, давай, 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 давай. Блин, недолет. Блин, улетел. О, попал. Еще один. О, еще один. Ну ладно, давайте на этом будем с вами закругляться. Что-то я немножко увлекся. Ладно, ребят, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Всем удачи, всем пока. Конец связи.